хорошего, до новых встреч! Спасибо! Минуточку внимания, нас еще просят микрофон. Видимо, ответное слово. Добрый вечер, дорогие друзья. Здравствуйте! Ну что, совсем-совсем скоро мы прибудем в славный, замечательный, великолепный город Москва. И, наверное, каждый из нас помашет ручкой теплоходу, ну и пойдет по своим домам заниматься своей работой, своей рутиной. Но эти потрясающих три дня лично у нас, у работников культуры Нижегородской области, благодаря вот этой потрясающей команде, выдались просто на 5 плюсов. Я думаю, что у вас тоже так же, да, друзья? Да! Отдохнули по полной? Да! Я плохо слышу? Да! Мы несем вам большую благодарность. Вы замечательные, потрясающие. Ведь на самом деле, коллеги, мы тоже дарим радость людям. И вы за эти три дня действительно сделали что-то великолепное. Вы дарили нам радость. Поэтому от всей души благодарность от Нижегородской области, от работников культуры. Спасибо! Ну и по традиции, вы знаете, мы отдыхаем часто. И у нас есть одна замечательная, потрясающая песня. Друзья, я думаю, что мы вам ее дарим. Примите ее. Когда будете вместе отдыхать, там и все такое, все дела. Вот, вспоминайте. Итак, гимн работника культуры. Если зал рукоплещет стоя, я справа трепещу струны, значит, все-таки вы достойны быть работником.